Вопрос первый. По уборке улиц, устранение заужений, там или вывоз снега, или работаете роторами. Я понимаю, что мешает припаркованный транспорт, который теперь уже в два ряда пытаются ставить. Тем не менее, эту задачу решить. Требования. Там, где есть необходимость использования роторов, использования ручников, тротуары чистить в соответствии с требованиями по нормативу. Не допускать заужения тротуаров. Зима наступила тогда, когда и должна наступать по нашим климатическим условиям. Соответственно, увеличивайте штат ручников до 200-250 человек. Будут возникать вопросы по финансированию, задавайте. Идеальное состояние – это, конечно, сухой чистый асфальт. Понятно, что это сложно. Работайте. Если человек хочет работать и хочет заработать, пусть даже в какую-то жизненную ситуацию, непростую попал, разные люди бывают. Приходите, пожалуйста, смотрите. Оплата работ осуществляется посуточно. Механизм трудоустройства упрощенный. Мы решаем в данном случае не только задачу уборки города, но и очень важную социальную задачу. Этот тротуар не вычищен. Сказать, что Луначарского это второстепенная улица, что неважная, здесь пешеходные потоки очень активны. Первый вопрос, почему своевременно не убрали? Второй вопрос, когда уберете? Сегодня до конца дня будет данная трасса приведена в порядок. Это вы со второго вопроса начали, а первый вопрос? Первый вопрос, видно, техника в ночь, которая здесь была запланирована, две единицы техники сломались, которые да, в данном секторе работают. Александр Николаевич, давайте только без брони, только вот нет. На этом тротуаре техника не выполнила работу, потому что именно сломалась. Именно на секторе, сектор улица Труда, у меня техника разбита по секторам, то есть в этом секторе вы же знаете, что войти. Для меня не составит труда выяснить, на самом деле техника сломалась. Да. Таких участков проблемных не должно. Должно оставаться. И, Олег Константинович, ваша задача, все вот эти слабые места, я имею в виду, в том числе и такие точки, вышла из строя техника, у вас есть резерв, у вас есть хорошая ремонтная база. Если есть вопросы по резерву или по ремонтной базе, задавайте, я готов помочь. Но вот такой ситуации не должно быть. Вот такие участки, как проспект Луначарского, например, где машины стоят и днем, и ночью, вот даже вот сейчас посмотреть. Все забито транспортом. Очень тяжело эти проезды чистить. В том числе и тротуары. Потому что тротуары разметаются щетками, убираются. Ну, можем повредить машину. Обращение к жителям. Почаще убирали машины, не парковали машины на сутки, двое, трое, на четверо. Бывает, месяцами стоят. В целом могу сказать, что первый снегопад был очень обильным. За 2-3 дня выпало более полуметра снега. И та задача, которая стояла перед спецавтотрансом, она, может быть, не своевременно была выполнена в полном объеме, но уборку они осуществили. То есть технические ресурсы есть, человеческие ресурсы есть. Очень много задач стоит по повышению качества уборки. Руководство спецавтотранса, руководство департамента ЖКХ эту задачу понимает очень хорошо. Структурные ресурсы есть, необходимые для решения этой задачи, поэтому я уверен, что город будет убираться качественно.